Менеджмент «Алроса» определился с новым ориентиром по добыче в 2016 году и будет рекомендовать наблюдательному совету одобрить снижение до 37 миллионов карат, сообщил в интервью «Интерфаксу» президент компании Андрей Жарков. Изначально план по добыче «Алроса» в этом году составлял 39 миллионов карат. На фоне сложной конъюнктуры рынка алмазов во второй половине 2015 года компания заявила о том, что рассматривает снижение этого показателя. Называлось два возможных рубежа – 34 и 37 миллионов карат. Президент «Алроса» напомнил, что целью компании в текущем году является как минимум не наращивание запасов, которые значительно выросли по итогам 2015 года.